Казахстанцев ждут самые длинные каникулы. В марте будет 13 выходных дней. За 4 из них поблагодарить нужно прекрасную половину. Планировать интересный уикенд можно уже с четверга. Это 8 марта, Международный женский день. А вот на работу после длинных праздников нужно вернуться в понедельник, 12 числа. Однако, чтобы отдохнуть 9-го, казахстанцам предстоит пожертвовать субботой. Ее нужно отработать, это 3 число. Еще почти неделя выходных ждет нас на Наурыз Мейрамеде с 21 по 25 марта. Гулять и ходить в гости мы начнем уже со среды, а на работу придется выйти в понедельник, 26 марта.